так сказать, практически не отходя от текста по произведению Джека, «Бобовый стебель». И как любая народная сказка, она имеет разные концовки в разных странах, в разных трактатах. Так вот, обычно известна английская версия, где все закончилось хорошо, да? Джек забрался, золото мешок утырил и убежал спокойно, да? Великан упал и разбился. Но мне нравится больше немецкая, там, где все за правосудие и против воровства. Именно так. Спасайте ребенка. Да, Юр. У этой сказки другой финал.